Пора вставать. Новый рабочий день. Как лень на работу идти. Ну да ладно, пойду. Так, тихо-тихо, чтобы женушку не разбудить, но перед этим посмотрю, что нового в интернете есть. Так. О, нормально. Новое видео в Эдисона. Мне кажется, нужно лайк поставить прямо сейчас на вот это видео, потому что, да, если мы много лайков наберем с его подписчиками, то новое видео выйдет намного быстрее. Поэтому я прямо сейчас беру, ставлю лайк на вот это видео, да. У него сейчас какой-то комментарий там напишу, мол, не знаю, там, крутое видео, Эдисон, давай еще. Да, Эдисон увидит и выпустит новое видео как можно быстрее, да, да. Женушка тоже потом лайк поставит. Так, ладно, нужно собираться на работу. Еще сыночка проведаю. Сыночек, Валера, ты как? Так, не буду его будить, это еще очень рано, чтобы ему в школу вставать. А я уже на работу потопаю, так. Ой, попью кофеечка перед работой. Ну, немного хотя бы взбодрился. Но да ладно, нужно идти. Ой, так, моя машинка уже ждет. Заводись. О, и потопали, так. Что у нас тут музончик какой-то в радио есть? Переключаем. Твою мать! Боже, где я нафиг? А? Чё это вообще было? Твою мать, это что за трупак передо мной валяется? Так, без паники, успокойся. Так, охренеть, что это вообще было? Последнее, что я помню, как я в аварию попал. Так, офигеть, топор в башке торчит. Кто это вообще такой? Почему я тут проснулся? Где я вообще нафиг? Так, чувак, ты ничего мне тут, никакие записки не оставил. Кто ты вообще? Дэйв, Бры Дэйв, может его Дэйв звали? Не знаю, где... Не знаю, где он... О, записка. Твой друг. Так, как я понял, это записка от него нафиг. Я надеюсь, что она хотя бы сможет мне что-то объяснить, где я вообще нахожусь. Ой. Если ты это читаешь, то значит, что ты пришел в себя. Предупреждаю, ты многое не знаешь, и все, что ты увидишь за пределами этого дома, шокирует тебя. Я нашел тебя на улице в тот самый день, когда это все произошло. Ты попал в аварию. Что произошло? Ну да я... Я реально последнее, что помню, как я попал в аварию. Но почему я тут очнулся? Почему не в больнице? Почему моя семья не приехала и не забрала меня? Так, ладно, дальше. Это все произошло 3 месяца назад. Три месяца... А где я 3 месяца эти все был? 3 месяца... Ровно столько ты находишься в коме после страшной аварии, Ник. И ровно столько я за тобой ухаживаю. Я даже не надеюсь то, что ты проснешься. Но все же шансы есть. Меня укусили, я умираю. В смысле предсмертную записку? В смысле укусили? Кто укусил? Так, да, там еще последняя страница. Выживи и найди свою семью, если они еще живы. В смысле есть еще... Так, приготовься увидеть новый страшный мир и попробуй не сойти с ума. Удачи тебе. Так, идите нафиг со своими этими записками. Так, бери ее обратно. Так, где я вообще? Почему тут кровь везде? Так... Я бы что-то покушал, я 3 месяца, вот, водичка, хлеб, ой. Я 3 месяца в коме был после аварии, а почему я тут очнулся, почему не в больнице? Так. Ой. Прям легче стало. Давайте нужно выбираться отсюда, я вообще не представляю, где я. Почему все так темно, почему я нифига, ни черта просто не вижу? Где я вообще? Почему везде мертвые люди? Почему везде кровь? Так. Офигеть просто. Не входить. Мертвые внутри. Твою мать, это еще кто такие? Так, валим. Опять трупаки. Так, дверь. О, ночь на дворе. Ночь. Почему тут танки? Почему везде кровь? Почему люди мертвые? Почему я нифига не вижу? Все темно. Так, вот. Молодой человек, помогите, вы меня слышите? Где вообще все? Что тут произошло? Ау! Твою мать! Кто ты вообще такой? Твою мать! Ай, назад, обратно возвращаться. Ай,
Кто? Я вообще ни хрена не понимаю. Я вообще ни хрена не понимаю, где я, что вообще произошло с этим городом. Ой, нужно еще раз попытаться выбраться. Тут оставаться точно нельзя. Я надеюсь, что он уже ушел. Да, о, как раз светает. Светает. Так, нужно найти какой-то инструмент. Как бы... Кто это вообще? Он еще там? Да, он до сих пор там. Он до сих пор там. Так, нужно найти какое-то оружие. Вот лопата. Лопата садовника. Или кто это? Где бы... О, вот, вижу еще. Еще лопат. Еще лопаты. Фу. Одна лопата есть. Так, я надеюсь, что я смогу отбиться от этого монстра. Я вообще не представляю, почему тут везде танки? Почему город пустой? Ой, так, нужно попытаться обойти его мирным путем. Я вообще не знаю, это человек? Это человек или кто? Это почему он меня атакует? Почему он зеленый? Почему от него воняет гнилью какой-то? Так, я надеюсь, он меня тут не заметит, да? Нет, ну ладно. Ну, иди сюда. Иди сюда. Кто это вообще такой? Тут меня сейчас опять... Так, нет. Что с него выпало? Гнилая плоть. Я, конечно, голоден, но такое я точно есть не буду. Фу. Так, нужно найти укрытие. Нужно найти укрытие, пока я не разберусь, что вообще тут происходит. И что это вообще тут такое? Это конец света? Почему на улице никого нету? Почему везде мертвые люди? Крови? Армия? Техника? И что это за монстры? Нужно найти где-то укрытие. Где можно спрятаться и хотя бы переждать денек-другой, где будут припасы или еще... Нет, тут ничего не будет. Нужно найти какое-то укрытие. Нужно найти для себя привал хотя бы на первый-второй день. Может, вот тут? Опять мертвый человек! Почему столько мертвецов? Так, тут забаррикадировано. Значит, может, внутри кто-то есть? Или я смогу сюда пробраться и попытаться выжить в этом доме? Так, еда в холодильнике. Есть тут что-то? Есть тут что-то? Бутылочка воды и что тут у нас есть? Кухонный нож. Фу, ну будет получше эта лопата 100%, поэтому берем кухонный нож и... Хотя бы уже появились какие-то шансы, чтобы выжить. Так, еще одна бутылочка воды. Сойдет. О, печенька, печеньки. Сойдет. И в холодильнике также есть грибной суп, картошечка и арбуз. Ох, ну хотя бы что-то. Паутину эту все, ну, очистить дом. Мне кажется, это отличный дом, чтобы я смог тут продержаться хотя бы несколько деньков. А потом пойду на улицу и посмотрю, что же тут такое. Надеюсь, тут никого нету. Потише, чтобы... Это убираем. Еще! Так! Да, это похоже... Так, прежний владелец этого дома. Ну, хотя бы мы его смогли убить. О, еда! Еда! Как... Да... Чё... Вот. Фу. Не, ну домик мне нравится. О, еще один топорик. Топорик, но... Оружие пригодится. 4 урона, ножик 5 урона. Ну, пускай пока что будет кухонный нож. Он будет получше. Кровать, чтобы поспать. О, кстати, что это такое? Труселя. Пригодятся даже труселя. Полезная вещичка, нужно будет ее потом постирать и одеть, потому что она слишком сейчас какая-то вонючая, не буду я ее даже сейчас одевать. Так, что еще тут можно найти? По карте, ну, к карте я вернусь чуть позже. Что тут еще есть? Компьютер, пригодится. Мне кажется, вообще даже ни сети, ни интернета, даже света нету. Так, значит, я рано обрадовался компьютеру, Что у нас тут есть в гараже? Нифига себе, это мотоцикл прежнего владельца. Сойдет. Освещение бы где-то добыть, света вообще нету. Так, тут у нас ничего нету. О, дерево. Ну, может пригодиться, не знаю, может пригодиться. Так, в этих... Так, есть стрелы. Нужно найти тоже какое-то дальнее оружие, чтобы попытаться выжить. Так, тут у нас ничего, О, лук! Замечательно! Уже появляются какие-то шансы, чтобы выжить. Мотоцикл. Он нам пригодится? Пригодится. Но дверь что-то как-то заклинила, да? Ну да ладно, мы еще вернемся. Так, на улице у нас что-то есть? О! Уголечек. И мы сможем сделать уже какой-то свет, да? Да, уже свет у нас какой-то будет. Замечательно, просто замечательно. Так, задний двор. Я надеюсь, тут больше никого нету, но все же нужно быть аккуратным. Лошадка, беги ты лучше отсюда. Так, что тут у нас такое? Это детская площадка? Ох, когда-то тут дети играли. Больше их, мне кажется, не будет. Больше детей тут не будет. Так. Что это такое? О, два гамбургера и
и 4 яблока. Ну, хотя бы еды у меня уже будет хватать на первый день, на 2 дня, посмотрим. Больше тут ничего нету. Что-то, ну... Так, ап! Я надеюсь, это не ребенок. Я надеюсь, это не ребенок, это кто-то другой. Так. Больше, мне кажется, я тут ничего толкового не найду. Давайте будем возвращаться в дом. Там будет получше, поспокойней. И можно тут подождать к вечеру. А потом решим, что нам делать. Так, вот настал вечер. Я не знаю, мне кажется, опасно выходить ночью на улицу. Очень опасно выходить ночью на улицу. Может переждать, может поспать. Нужно разрабатывать какой-то план. Нужно посмотреть. Есть тут свет, свет. Мне нужен свет. Да, есть. Замечательно просто. Карта. Что тут может быть? Мне нужен какой-то транспорт, чтобы найти дорогу домой, чтобы добраться домой. Я вообще не представляю, где я. В каком-то другом городе или в конце города. Я не знаю. Где можно найти транспорт? Где я вообще нахожусь? Если я хорошо разбираюсь, я нахожусь где-то вот тут. Этого куска карты, этого фрагмента еще нету. Где может быть транспорт? Вот я вижу тут какую-то, не знаю, то ли это машина, но по идее тут есть мотель, где всегда большое скопление автомобилей, где всегда люди ночевали в этом отеле. Может тут будет какой-то транспорт, и, наверное, я туда отправлюсь. Только, не знаю, вот сейчас мне туда отправляться или дождаться утра и утром отправиться. Наверное, не знаю, как-то стрёмно ночью выходить. Я еще раз попытаюсь открыть гараж. Не-не, нифига не работает. Нет, я ночью точно не хочу сюда выходить. Нет, да ну в задницу, пойду я лучше посплю, подумаю. А что мне делать с этим всем? Я не знаю, как я вообще попал в эту ситуацию. Ну ладно, нужно проспаться и на свежую голову сообразить, что мне делать дальше. Ой, так, жалко интернета нету, Я бы прямо сейчас поставил лайк на новое видео Эдисона, потому что я хочу новое видео, я уже соскучился по новым видео Эдисона. Я бы поставил лайк прямо сейчас на самое новое его видео, чтобы еще одно видео вышло как можно быстрее. Но, к сожалению, больше нету ни света, ни интернета, ничего больше нету. Но все же, я ставлю лайк, куда бы я его ни послал, я ставлю. Ой, ладно. Посмотрим, что будет завтра. Арбузы, мандарины!